Нам нужно исчезнуть из города. Мы никуда не пойдем, пока ты не расскажешь, что происходит. Ты украл этот список у триады? Женевьева, мы не сможем тебе помочь, пока не скажешь правду. Где этот Шайшен? Он здесь. Господи, Матерь Божья! Она мужик! Я дошел до второй базы с грёбаным французом! Как жестоко игре! Надо же так опарафиниться! Я не мужчина, это парик! Ты в этом уверена? А? Ли, проверь ее хозяйство. Если у нее в футляре есть что-то больше клюшки номер 3, я ему задницу надеру! Я женщина, Джеймс. Женщина, которой нужно спастись. Вы должны мне помочь. У тебя Шайшен? Нет. Это я, Шайшен. В древние времена, когда триады избирали новых лидеров, они тайно наносили их имена на тело женщины. Женщины, которая могла разнести список Шайшен по 35 китайским провинциям. Когда она возвращалась, и новым лидерам докладывали об этом, женщину обезглавливали и закапывали. Никаких записей, никаких следов. Что это за дурацкая традиция? Эти парни что, никогда о факсах не слышали? Кенджи выбрал меня. Он сказал, это честь. И я сделала это для него. Ради братства. Зачем было отправлять имена хану? Я думала, Всемирный комитет защитит меня. Но теперь я вижу, никто не может. Ну и в странное дерьмо ты вляпалась, детка. Или парень, кем бы ты там ни была. Я женщина. И они пошлют целую армию, чтобы убить меня, а себя спасти. Знаешь что, мы не можем сражаться с армией Ли. Кто защитит меня?